Дорогие мои друзья и дорогие мои зрители, я продолжаю про сегодняшних покупках, о которые я хотела на сегодняшний день с вами поделиться. И так как мои видео короткие, поэтому я не смогла с вами все вместе на одной видео завершить. Итак, сейчас я хочу еще добавить про моих покупках, что я купила сегодня красивые и гениальные сережки. Вот, посмотрите на эти сережки, которые я купила из магазина Orsay. Поглядите, и вот как вы видите, это стоит по скидке 2 евро стоило. Поглядите, как это гениально красиво. Другие сережки я купила тоже из магазина Orsay. Поглядите, это опять скидка 2 евро было. Поглядите, вот гениальные сережки из магазина Orsay с скидкой 2 евро. А теперь поглядите на мои сережки, которые вот выглядят таким образом. Я очень люблю таких форм сережки. Посмотрите, вот они как будто... Они круглые, но вот таким образом. Вот так. Мне очень нравятся такие сережки, и я с удовольствием их ношу. Поглядите, вот так. Вот. Тоже стоило 2 евро все из магазина Orsay. Пожалуйста. Вот, мне очень-очень нравится, и тут появляются сережки вот таких форм и таких как бы, как будто интересные формы, как будто они разрисованы и как не знаю, какие-то формы, алгебры, вот таких типов географические. В общем, и мне они очень нравятся. Да, к тому же и появились от Сваровски в этом магазине Orsay. Я сегодня это увидела. Тоже сваровские сережки, и представьте, только за 2 евро, которые мне очень удивили, и их было не так уж много, но были за 2 евро очень красивые крупные сережки от камушек Сваровского. И вы не представляете, и вот мне очень...